Короче, сделали прививку. Я думала, они хоть спокойнее будут после прививки. Они, по-моему, у них вообще бешенство прибавилось. Да? Еще хуже стали. Дала тубус от туалетной бумаги. Вот им, блин, нравится игрушка это все. Один ходит, и все за ним. О, господи, вот все время надо что-то новое. Каждый день надо что-то новое. Вот им вот эти игрушки уже не нужны. Ну, что ты будешь охранять теперь, да, эту штуку? А кто у нас взял? Красный, конечно. Красный, конечно, взял эту штуку. Смотрите. Смотрите, время почти час ночи. Так, у меня произошло ЧП. У меня затопило подвал грунтовыми водами. Там просто выше колена воды. И ночью, видимо, коротнул у меня насос, который воду качает. И я осталась без воды. Вот, что делать, я не знаю пока. Я в шоке, конечно. Такие дела. Щенков я переселила на улицу. Потому что держать щенков дома без воды, сами понимаете. Какают и писают. Они не фиалками, да? Не фиалками, скажи, мы писаем и какаем. Так что будут жить тут не сахарные. Не сахарные не растают. Что, красота тут, правда? Свежий воздух хоть. Ну, хорошо, вроде прижились вы там. Уже научились заходить в домик. Я уже закрыла эту шторку. Включила там отопление, там тепло. Научились уже туда заходить и выходить. Им тут нравится. И можно носиться сколько хочешь, тут не скользко. Надо кусок еще закрыть тут фанеры. А то они все. Хэпа сидит, а эти все к ней. У меня, кстати, сломался телефон. Это я с другого телефона снимаю, не со своего. На тот телефон все, вы мне не дозвонитесь, потому что у меня сломался динамик. И меня не слышат, и я никого не слышу. Так что писать можно в WhatsApp, там, Telegram. А я отвечаю, но я просто говорю, не слышу. Не знаю, буду покупать, наверное, новый телефон дочки, а у дочки, дочкин себе заберу.